Здравствуй, наш заботливый верный друг. Мы работали вместе 4 года, и за это время произошло очень многое, что невозможно собрать в одном письме. Но мы все же постараемся. Стильный, внимательный, модный, смелый, уверенный, мудрый, вдохновляющий, жизнерадостный, неординарный, опытный, сильный, галантный, элегантный, профессиональный, дружелюбный, семьянин, гурман, добрый, красавчик, позитивный, обаятельный, лидирующий, добродушный, поддерживающий. Мы бесконечно благодарны вам за каждый день, каждую встречу и каждый совместный праздник. Работа с вами была честью для нас. Вы были капитаном нашего корабля, который все эти годы вел нас верным курсом, вселяя уверенность в завтрашнем дне. Для нас ценно каждое слово, сказанное вами за столом переговоров. И мы очень горды, что вы были с нами эти 4 года. Игорь, ты возвращаешься домой, в Сербию. Тебя там ждут новые проекты, новая работа, новые коллеги и много всего интересного. Мы желаем, чтобы в новой компании вас приняли как дома и ценили так же, как и мы. Слабый и сломитый, кому да се обратиш, прави пример потражиш, сутра брзо долу.